Фото работы летчика-космонавта, героя Советского Союза и России Сергея Грикалева сделаны с борта Международной космической станции с высоты 360 километров. В звездном городке проходит выставка с символичным названием «Живопись Творца». Третья планета от Солнца, Земля, представлена в необычном ракурсе. Распространение снега, как сошла лавина, видно, как вот она таким языком здесь легла, представляет интерес для гляциологов, для людей, которые занимаются изучением и гор, и снега, и явлений, которые там происходят. И, по-моему, просто красиво это. Фотоаппараты используются на Международной космической станции в технических и научных целях. Через два года после катастрофы шаттла «Колумбия» к МКС снова стартовал американский челнок. Земля с нетерпением ждала информации из космоса. Сергей Грикалев и Джон Филлипс сделали около 100 фотографий обшивки шаттла. С помощью этих снимков специалисты НАСА принимали решение о безопасности его полета. Как раз в момент, когда была некоторая пауза, когда шаттл стоял к нам носом, вот я взял другую камеру и снял кадр, который, с моей точки зрения, был просто красив. И мне хотелось показать людям, что мы видим своими глазами, чтобы как-то поделиться этим. В общей сложности Сергей Грикалев провел на орбите почти 3 года. Из космоса наблюдал многое. Ураган Рита – один из самых мощных в истории Америки. Песчаные бури на Саудовской Аравии. Тайфун над Карибским морем. 21 век Сергей Грикалев встречал тоже в космосе. В общем, когда переход идет из одного века в другой, из одного тысячелетия тогда в другой, видеть пирамиды, которые стоят уже несколько тысячелетий, ну, интересно посмотреть на это с космоса и, опять же, показать это другим. Будущему южнокорейскому космонавту Санко тоже интересно взглянуть на Землю из космоса глазами своего старшего коллеги. Я буду улетать скоро, в апреле, и я думаю, что это очень помогает мне. Я очень рад увидеть такую красивую фотографию, и я тоже хочу желать такую хорошую фотографию. Экспозиция в звездном городке – только начало. Возможно, в будущем мы увидим фотоработы и других космонавтов.